Международный молодежный театральный форум «Мартконтакт» рыхтуется принять первых гостей. Все запрошенные театры подтвердили удел. Продадено 90% квитков. Сегодня в Могилевском драматичном театре идет репетиция открытия. Задействованы у весь актерский склад, у тем лику и молодь, что недавно долучилась до трупы. Сам Могилевский театр представит на форуме спектакль «У маленькой сядибе» польского драматурга Станислава Игнатия Виткевича. Складанная мова, складанные характеры, постановка далеко не забавляльного характеру. Могилевский фестиваль за годы своего існування уже зробил имя экспериментального. Острая тематика и полемичные питания визитная картка форуму.